Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, и сразу предупреждаю, что эта игра содержит пугалки, был там написан и громкие звуки. Это очередной инди-хоррор, вышел он, по-моему, давненько, потому что он давненько у меня лежит, но все до него никак руки опять-таки не доходили, а теперь руки такие, ольцк, дошли. Называется на какой-то Крампус, и Крампус это дома, и, судя по всему, какие-то аниматроники или что-то вроде того, короче, хрен его знает, что это такое, но типа должно быть интересно. Я сейчас, какие благодарности, отстань. Давайте вот в опции зайдем, посмотрим, что у нас тут на видео поставлено, разрешение какое хорошее, красивое, замечательно, что так мало, а больше типа нет, ну и хуй бы с ним. А, серьезно, да, серьезно, почему? Не знаю, так качество графики ультра, естественно, надо поставить, потому что как бы куда без этого, так разрешение выше не ставится вообще ни разу, да? Прям понятно, ясно, понятно. Хорошо, так яркость, естественно, чуть-чуть я прибавлю ее, потому что... Вот, ох, бля, какие страшные ребята. Я поставлю на один, потому что так оно лучше будет в любом случае для меня, для тебя, потому что... Все, поехали, короче, это я не знаю про что, но типа должно быть интересно, сложность легкая, безумная, нормальная... Давайте поставлю нормальную и, в принципе, насрать нам будет, потому что, ну, я бы поставил и безумную, но зачем? Зачем, если я не смогу? Зачем, если я не смогу? Нам нужно смочь. Нужно смочь, нужно вообще понять, про что это, интересно ли оно. Если это про аниматроников, то это уже давно не актуально, не модно и скучно, и однообразно. И все это уже давно все прекрасно видели. Аниматроника, Five Nights at Freddy's, подобные игры уже всем давно. Как бы ни прискорбно это звучало, надоели. Даже не то, что сказать надоели, они просто реально однотипны, неинтересны, и это геймплей, строящийся на куче рандомных. На самом деле я охуел от того, какая квадратная у меня тень на ультрах, ну ладно. Так, порнуху смотрит какую-то, хорошо, там кто-то целуется. Ну, естественно, мамка пришла, посмотрела, такая, нихуя себе, чем занимается, вот дурак растет. Ой, дурак-то порнуху смотрит. А, нет, какие-то драки. Проверить террасу. Хорошо. Короче, у меня была квадратная тень на А чё, это мультфильм? О, бля, это нельзя показывать, наверное, да? Это какое-нибудь палево. Так, взаимодействовать Ф, инвентарь один. Один инвентарь? А почему, блядь, не на комбинацию клавиш тогда уж, хули там, на один-то? Интересно, как представляешь? Я почти на 100% уверен, что видел, как кто-то движется в задней части террасы. Лучше будет это проверить. Так, не спорю, а есть опции в управлениях? Вот так вот, чуть-чуть, просто немножечко, прям вот сам прям вот так вот, прям вот, прям мальца, потому что, блядь, мышка так у меня все время. Почему-то всегда... Вот, другое дело. Это же так? Что-то поменялось, нет? Я даже и не знаю. Так, терраса, взаимодействие Ф... Фэ, темно. А, терраса это там, значит, нам куда-то сюда. Не, подожди, терраса это должно быть наверху, правильно я понимаю? А мы почему-то идем вниз. Ага, интересно. Интересно. Свет есть, интересно, подарочки. Дорогой Санта, в этом году я вел себя хорошо. На Рождество ко мне хотелось... На Рождество мне бы хотелось консоль для видеоигр и новый велосипед. На месте Санты я бы ответил, а не дохуя ли ты хочешь, сынок? А чё сразу два подарка-то? Ты слишком охуенно себя вел? Или ты вел себя хорошо прям сразу за двоих? Нет уж, выбирай. Либо конфетку, либо шоколадку. А то ишь ты, консоль ему или велосипед. Или и то вместе. Охренел совсем, блядь. Какой? Я прям сразу попал в ту комфорку, которую надо? Не. Уя. Так, а где у нас террас? Смотри, он улыбается мне. Такое странное кресло. Я думал, это диван, ну ладно. Так, терраса-то, что такое терраса? Я думаю, что держать это окно от закрытым в это время ночи безопаснее. Я с тобой согласен. Тут не поспоришь. Я не думаю, что мне следует быть на улице в эту ночь. Так, подожди, секунду, бегать я умею? Умею. Аж даже руки у меня бегут вперед меня. Нам нужна терраса, терраса это наверху. А где верх? Опять... Опа, в смысле? Че? Как я сюда попал? Ну, бляха, конечно, это ж надо так спрятать лестницу. Так вот обычный человек сюда зайдет, даже не поймет, как пройти на второй этаж. С другой стороны, хули обычному человеку здесь делать? Как бы надо только гостей сюда звать, и все. Так, терраса. Ну-ка, где тут выключатель-то? Блять, а что так резко-то все равно? Я прям не могу, мне очень не сильно некомфортно. Чувствительность вида минус 7 поставлю, давай.
Просто она очень резко как-то передвигается. Мышки я так по выключателям не буду попадать никогда в жизни. О, вот нормально. Нормально, только чуть-чуть еще побольше. Не, какой главный меню? Стой, секунду. Какой главный меню? Ты о чем вообще? Вот так, вот, сам то. А то минус 3 это маловато. Минус 3, ну как будто 0. Вообще ничего не почувствовалось. Да ебано, ты издеваешься давно, сука? Ты я тебя сейчас втащу нахуй. Эй, алло. Неужели минус 4 идеальный вариант? Ведь действительно. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Что такое? Это мои подарочки? Не знаю. Как пройти на террасу-то? Это шкаф. Да, конечно. Что? Что? А я думал, клоун висит. А я думал, клоун висит, представляешь? Думал, клоун, а это не он. Так, терраса это вот, судя по всему. Ладно, пойдемте. Да, судя по всему, это оно. Нихуевый такой домик, хочу тебе сказать. Живем, живем красиво, элегантно, хорошо. Такой, короче, вид в туман, забор, темно. А есть свет на террасе? Как вот здесь же должен быть какой-то свет? Нет, это же логично. Ну и где? Где Крампус? Это же Крампус прошел, да? Это Крампус пришел домой. Крампус дома. Все логично. Да? Он сказал да. Ничего нету. Не понял. А сейчас он пройдет в доме уже. Ха-ха, это предсказуемо, это интересно. Это что такое? Это мой собственный лабиринт? Нихуя себе минотавр. Ты посмотри, вот это да. Не, ну я 100% уверен, что я кого-то сейчас увижу в окошке. Типа меня обманули. Я пошел такой смотреть на веранду. Ой, на веранду, это на мансар, как это называется-то, блядь. Ой, короче, на балкон. А в итоге эта херня, пока я ходил на балкон, залезла ко мне в дом. Во хитрожопый Крампус. Ну, потому что и дома, как бы. Простой обычный человек дома-то не зайдет. Ага, понял, спокойно, извините. Нельзя дверь оставить открытой. Гейт звонит. Слышу, слышу, слышу. А, вот вижу, да. Домашний телефон, хорошо. Алло. Привет, Себастьян. Мы все еще в пробке, думаю, что сегодня мы немного опоздаем. Твоя мама говорит, что она забыла выключить кастрюлю скороварку. Не могу ты отключить ее. Будь осторожен, ладно? Пока. А, ну я уже отключил. А, хорошо, должно быть достаточно. Я что-то слышу. Что? А, это телевизор. Что, мультфильмы? Бля, нельзя же мультфильм показывать в играх. Ну вы что, ебанули что ли? То музыку чужую вставлять, то мультфильмы. С ума сошли. И что мне делать? Просто ходить по дому? Да интересное занятие. Но дом на самом деле огромный. А я, раз уж я здесь, я мог бы выключить, включить огни рождественской елки. А, давайте включим. А как они включаются? А они никак не работают, потому что как бы здесь нет розетки и вообще, в принципе, нет гирлянды. Это просто шарики. Оно не работает. Как я должен это включить, скажите, пожалуйста? Какие огни рождественской елки? Так, тап, цель. Нет, инвентарь. Это вот это огни рождественской елки или что? Рождественская елка вот. Но у нее нет огней, у нее тут одни игрушки висят, у нее нет гирлянды, я никак не могу это включить, я не маг и чародей. Я не могу зажигать шарики. Ну, давайте поищем, куда идет провод от гирлянды, которая висит на стенах. Возможно, нам нужно включить ее. Не исключено. Только я хер знает, где она включается. Это все выходы на улицу, правильно я понимаю? Нет, смотри-ка, выход в туалет. Окей. Выход в туалете ничего нет. Хорошо. Пока что весьма не страшно. Ладно, я пойду все-таки к елке, попытаюсь ее включить, наверное. Теперь, когда все в порядке, я могу расслабиться и посмотреть телевизор. Которого у меня нет. Это что такое? А, это прием. Я думал, это типа прикол. Такой сидишь, такой смотришь на видак и на картину. И такой думаешь, классная кассета какая. Почему она все время одна и та же? Ты такой меняешь, а картина не меняется. Ну, пойдем смотреть телек, ладно, так и быть. Что это за вещь, лежащая на полу? Проверьте странный объект на полу. На каком полу-то? А, вот эта записка, что ли? Идти ползком. Окей. Да бляха. Олень не любит, когда его игнорят.
Я сверхспособен. Я понял, окей, я понял. А, олень — это один из аниматроников. Не любит, когда его игнорят, означает, я должен на него смотреть, иначе он меня убьет. Привет. Кажется, я видел фонарик в одной из спален. Уже кто-то идет? За мной, если что, пишут цели. Там ничего интересного такого особого нету, поэтому... Поэтому я камеру спускать не буду, в этом нет смысла. Там пишут цели и очень-очень редко и очень надолго. А вот фонарик, окей. Какой хороший фонарик, светится в темноте. Предупреждение, предмет... экипировать, оборудовать, снять. Окей. Интересно, интересно. Как он работает? Так, быстро оборудоваться левая рука, правая рука. Проверить электрический щит. Так, я не понял. А электрический щит у меня где-то в подвале, да, находится? Это же логично. Так, секунду, я не понял, как... А так садится, что ли? Ебануться в натуре, понял? Окей. Что там написано-то? Электрический щит, чтобы включить свет. Ну, да. Хорошо. Но электрический щит точно должен быть в подвале где-то, это 100%. Олень идет. Олень идет 100%. Все, я уже слышу оленя, он идет. Ты электрический щит? Нет? Ты? Ага. Окей. Так намного лучше. Я даже не спорю с тобой совершенно. Где олень? Я вижу еще одну записку на земле. Хорошо. Эльф не любит воду. Ух, нихуя так много заданий. Если я не ошибаюсь, я видел водяной пистолет в кладовой снаружи. Прекрати. Олень прям бегает, или он просто тупо за такой раз и встал там? Олень, ты лох! Но он типа выйдет не может. Хорошо, я могу оленя, в принципе, где-то запереть. А кладовая снаружи это какая? Это вот так большая, это лабиринт мой? А? А как ты вышел-то? Не понял сейчас. Как ты вышел-то, рогатый, я охренел? Уйди, сука. Я должен найти ключ, чтобы открыть эту дверь. Думаю, она может быть где-то на кухне, да бляха-муха. Хе-хе-хе-хе. Ну это вылитый аниматроник, прям вылитый аниматроник. Только здесь вместо животных... Вместо животных? Здесь даже не вместо животных, здесь просто вместо этих тут реальные животные. Прям похожие. Так, кухня и ключ, окей. Олень бежит за мной. Тихо. Не понял. Хорош. Я должен все ящики успеть подкрывать. Да прекрати ты нахер, слышишь, ты рогатый. Иди сюда. Все, все, успокойся. Ты, блядь, где? А, да где? Вот только что видел. Не надо. Здесь нет ключей. Что за звук-то? А! Ты серьезно, что ли? Ну я же с боковым зрением тебя вижу, ну рогатый. Ну ты что, издеваешься? Ну я же вижу. Ну давай, допустим. Ну я же видел, он вот стоит, а я такой хожу, ключ ищу, ёпты. Ох, это несерьезно. Это несерьезно. Это очень-очень-очень... Ебать! Где рогатый-то? А, еще и сдохнуть могу, вот это поворот.
Олень куда-то пропал. Так, это лабиринт. Подожди, сюда рано. Ну, скорее всего, кладовая снаружи это вот. Где олень-то? Это бляха-муха, серьезно, что ли? Так, оборудовать снять, окей. Хорошо. Ключ где-то на кухне, пошли на кухню. Ты ебаный же в рот. Так, подожди, он что, меня не заметил? Такое бывает? Че, серьезно? Да, блять, а как я искать-то буду? Олень такой правдоподобный, ты посмотри. Тихо! О, батарейки. Интересно. Отстань! Так, лапа на улицу. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, мразь, пошли. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, говорю тебе. Правильно, вот, пойдем, пойдем. Ага, ага. Ну, да, да. Пошли, иди сюда ближе, ниже. Пойдем, пойдем, пойдем. Ближе, ниже, пошли. Ты ходить-то будешь сегодня или куда? Я хочу его обмануть. Дурачок. Так, ладненько. Ищем ключ. Не открывается. Я не чувствую себя голодным в данный момент. Окей. А типа, потерявшим ключ ты себя не чувствуешь? Ложки, вилки. Пустые ящики. Ключ, хорошо. Ключ от кладовой, замечательно. Так, здравствуйте, олень. Да-да-да. Что? Не понял сейчас, да кто там на меня гаркнул. Аж, блядь, слюнюха вылетела. Да ёбана. Так, секунду, один. Взять. Окей. Ага, все, по-моему, это работает. Вторая рука. Вторая рука! Алло? В смысле? Нихуя не понимаю. Так, ну я вижу батарейки еще одни. Хорошо. А что сюда ищу-то? Водяной пистолет. Водяной пистолет ищу. Как это странно, все запутано здесь. Водяной пистолет, говорит, найди, блядь. Ага, а света здесь нет. Интересно, почему? А вот тебе водяной пистолет. Замечательно. 17 октября. Вчера, когда я был на заднем дворе, я увидел силуэт чего-то похожего на животное. Возможно ли это? То я даже не в курсах. Наверное, возможно, если как бы он здесь есть. А водяной пистолет уже стреляет? Или его нужно зарядить как-то? Так, окей, снарядить. Допустим. Окей. Нужно добраться до беседки в задней части дома, и там мне будет относительно безопаснее. Ко мне пришел олень? Серьезно? Блять, какого ж хуя-то? Ты чего? В смысле, ты охренел, что ли? Он, по-моему, на улице что-то там топал, ходил как так резко. Ты, блядь, с порогов спустился. Алло! Ух, блядь. Зачем я здесь свет-то выключил? Я так понимаю, мне сюда, в лабиринт, да? Скорее всего, да. Внутри беседки. Хорошо. Ну вот беседка, я вижу ее. Еще в меня будет клоун сейчас ходить? Ой, клоун какого? Эльф. Эльф, клоун, какая разница, блядь. Там, по-моему, прошел олень только что.
Нахера вы настроили этот лабиринт? Я серьезно спрашиваю. Зачем он может понадобиться в принципе? Или они хотели его потом обсадить травой, чтобы он типа здесь был красивый? Ну просто как бы зачем в конце-то концов? Для чего это нужно, этот лабиринт? Это ладно там, типа, в замках в каких-то или что-то, чтобы там мучить, я не знаю, преступников, которые заходят через этот лабиринт. А для себя-то зачем? Чё за бредни-то, серьезно? Опа, батарейки. Хорошо. У него рука трясется. Я вижу еще одну записку на том столе. Давай, допустим. Ты идешь со мной! Не, не иду. Хуй ты угадал. Никуда я с тобой не иду. Мне говорили никакими этими. Нужно поговорить с родителями, чтобы сказать им, что происходит. Позвоните снова родителям. В смысле? Опять в дом и... Там тут сейчас... О, опять. А ничего, что это как бы странно немножечко, блядь? Это глупо, по-моему, да, обратно в дом-то идти? Это реально тупо. Ну, не такой уж и лабиринт, как бы, по итогу-то оказался, но все равно. Я примерно понимаю, где я нахожусь, я понимаю, куда я иду. Я все, в принципе, понимаю. Так а где этот ебаный эльф-то? Стрельну хоть в него водой-то маленечко. Вот это, блин. Эльфов здесь нет. Меня обманули. Что там по фонарю? 20%, нормально. Живем пока. Такой бред, блядь. Ай, такой бред, этот водяной пистолет. Как это она закрыта? В смысле, а как же мне войти-то? Через подвал, что ли? Как вообще-то дом стоит? А, вон, блин. Так, я не понял. А как тебе, в смысле? Позвонить родителям, чтобы понять, что там происходит. Так а закрыто же везде? Это дверь на замке. Через окошко зайдем? Ну, логично. Так, спокойно. А, в смысле, вот так вот. Там комбинировать С. Окей. Блять, как сложно управлять инвентарем получается. Оборудовать снять. Вот так, все окей. Странно очень сильно. Твою, блять. Да прекрати ты нахуй. Ух ты какой. Тебя прям... Да в смысле? Это как на тебя надо смотреть-то? Ты постоянно двигаешься. Прекрати, блядь. Вот ты, блядь, выиграю. Так они долго ночью в пробке стоят. Ночью раз в пробке бывает. Что происходит? Почему не отвечаете на звонок? Пожалуйста, зачайте прямо сейчас. Странные существа преследуют меня. Да хорошо, не беспокойся. Будем так к 2 часам ночи. До встречи. А время сколько? А есть часы? Мои родители никогда не верят в то, что я говорю. А какого хера все выключатели повыключанные обратно стали? Выжить до 2 ночи. Окей, давайте выживать. Кто, блядь, окошко-то открыл здесь? А, я могу сам открыть, окей. Мне интересно, кто обратно пощелкал все выключатели, если как бы я ходил по дому и включал их. Потом вырвался рубильник, выключатели не должны были в обратку выключиться, они должны были оставаться на месте. Как только я включил рубильник, они должны были включиться все, как есть, и все. 29 сентября. Мне нравится быть в одиночестве, но иногда я чувствую себя плохо. Надеюсь найти что-то интересное в этой области. Кто писал-то?
13 октября я начинаю слышать странные голоса, рассказывающие мне ужасные вещи. Я не знаю, что с этим делать. То есть я, в принципе, могу сидеть здесь и все, что ли? Давайте посидим. Сейчас бы хоть одни часы. А у меня, кстати, есть. О, 12.10, отлично. О, 12.15, нормально. О, 12.15, в смысле, опять? А что, время не идет? Мне интересно, что... Мне интересно, что мне мешает туда-сюда через окошко ходить. Так, это что-то нихуя не эльф, там рога. Я просто постою в одном месте, окей? Я гениален! Я, блядь, палю все четыре направления. Все четыре направления, куда мы... Вот, это идет вон там. Подожди, это эльф? У эльфа длинные уши, у него нет рогов, это черт какой-то. Красноглазый ебаный черт, точно, смотри. Допустим. Допустим. Опять-таки все четыре направления я палю. Сидим, ждем. Просто сидим, ждем. Сколько времени? 12.35. Мы так долго будем сидеть. Мы так будем сидеть очень-очень долго. Ну. Просто как бы он может заметить меня только вот отсюда, когда пойдет. Потому что отсюда он вряд ли меня заметит, он вот так пройдет. Я же прятался за стулом. Правильно, правильно. Я думаю, если брызнуть ему в лицо, это будет немножко плохо. Это будет оскорбление. Просто представь себе, ты рогатый монстр. Ты рогатый монстр, заходишь за пиздюком. Хочешь убить ребенка. А он тебе въебало льет из водяного пистолетика. Ты такой счастливый, рад. Не хочу, да, пожалуйста. Иди обратно туда. Вот сука. Опа, отложил. Спасибо. Как понять перезарядить? Как понять перезарядить? В смысле, блядь? Что это было сейчас? Я хуею, блядь. Как понять перезарядить-то? Да отстань! Это эльф! Я ему... Он мне поставил пердушку, подарок пердушку. В смысле, ты чё, мразь? Ну, мне кажется, если бы я ходил вокруг этого стола, он меня реально не заметил. Он просто, а чё, как он меня заметит? Надо было залезть под этот стол, и все. Ну ок. Повторяю, просто в чём проблема-то? А, под него нельзя залезть, сука. Ну, это как бы интересно, но не очень. Я зря начал стрелять в... Это Крампус был, да? Кто это? Эльф-то потом был маленький, это не он. В принципе, находиться снаружи дома безопаснее всего, это логично. О, олень. Он погнал туда, да? Хорошо. Где? Ну, оленя я слышу. Эльф, короче, просто тупо внизу был. Если бы я туда не пошел, он бы мне даже не... Можно кинцо пока посмотреть? Вот так. А чё? Нам нужно выжить до двух ночи. Можно посмотреть кинцо, так будет быстрее.
хоть громадный дом, конечно. Ну, давайте я буду ходить туда-сюда. Как перезаряжается водяной пистолет? С помощью воды? Но если как бы... я стрельнул, до этого стрелял. Два раза я стрельнул в этого черта. До этого я стрелял раза, наверное, пять. Раза три. Всего получается, что я стрельнул с него пять раз. У него пять зарядов. Так, вон этот черт идет. Он ходит в окна, интересно, нет? Тоже пришел фильмец посмотреть. Пойдем, палец что-то. Так, что-то взял. Положи нахуй, не твое! Окей. Че? Эльф полетел. Так это меня эльф убил, получается, ясно. Это меня не Крампус убил, это меня эльф убил. Это его мерзкая рожа была там. Но он летает, сколько времени-то? 12:40. Ой, как это долго. Это просто, короче, сидеть здесь и все. Спокойно. Блять! Ну, с оленем на хвосте ничего хорошего не жди. Эльф же не может взлететь на уровень наверх без лестницы, правильно? Ух, блядь, может. Ха-ха! Может, сука, прикинь. Это нечестно. Пошел нахуй. О, блядь. Он меня видит? Сука. Пойдем я в этого еще раз въебу, чтобы посмотреть, какой у него скример будет. Ну, олень на самом деле самый страшный был. О, не олень, а у этого, у эльфа. Эльф какой-то сам по себе страшный. Ну, опять-таки, серьезно, это ФНАФ. Это просто ФНАФ, в котором нужно прожить определенное время до конца. Я не уверен, что это конец. Я не уверен, что там будет что-то еще. Опять-таки. Но смысл понятен. Игра про геймплей. Игра, в котором нужно делать определенные действия, чтобы не попасться на определенный скример. Вот, собственно, и все. Как бы... Игра, в принципе, качественно выполнена неплохо, и пострадать, и пощекотать себе нервишки вполне себе можно, но это, естественно, скучно, потому что сколько мы уже всего здесь сделали, сколько мы всего творили, здесь всего три монстра, это как бы не очень много, это реально немножко скучновато. Ну да ладно, игра хорошая, я ничего не говорю, я просто не помню, сколько она стоит. Но она сколько-то стоит, от 100%, поэтому что там зависит от цены, если стоит много, то... Типа, ну, нихуя не стоит столько, а если стоит нормально, то, в принципе, почему, собственно, нет. Ссылка на плейлист с остальными инди-хоррорами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если вы пришли. Игрушечки, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.